Эти ребята – обычные воспитанники детских садов. Еще совсем маленькие, но уже такие талантливые. Любовь Ролины к танцам от мамы. Девочке всего 5 лет. Любит рисовать, лепить, но больше всего танцевать. Занимается Ролина в ансамбле песни и танца «Нардуган». С этим номером татарским я прошла конкурс «Мисс 2015 год» и стала принцессой. Мы решили принять участие в этом конкурсе. Специально заказали костюм, придумали танец, подобрали музыку. Ну и, думаю, успешно сделали это, выступили. Фестиваль детского творчества среди дошколят проходит в Нижнекамске уже 16-й год подряд. В этот раз он носит название «Земли родной талант и вдохновение». В этом году фестиваль посвящен Году литературы в Республике Татарстан и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основной целью нашего фестиваля является развитие творческих способностей детей и поддержка талантливых воспитанников детских садов. Отборочные туры фестиваля пройдут в 10 дошкольных учреждениях. Участвовать в нем смогут все желающие, а лучших определит жюри. Победителей всех отборочных туров ждет участие в гала-концерте фестиваля. Он состоится 15 мая в Доме народного творчества. Зульфия Галимова, Ренат Харасов, Новости НТР.